Друзья, в этой сегодня с вами, как всегда, я, Илья Геймплей. В этой серии я вам покажу очень крутой, ребят, баг, который вам поможет, как бы спастись от мистера Мита, даже на режиме экстрим, где он вас сможет не тронуть просто бесконечность. Но он вас будет видеть, ребят. Погнали! Выберу, ребят, я режиме легко, так как этот баг не с первой попытки получается. Здесь просто нужно, тыкать на кнопку присесть и встать. И там у вас кое-какого куста. Разработчики этот баг уже как почти два, они уже, этот баг уже где-то 2 года, еще не пофиксили, уже прошло, как этот баг появился. Так, ребят, не буду, ребят, вызывать мистера Мита сюда, зато... Смотрите, ребят, вот таким вот образом, ребят, вот, встаем, ребят, вот здесь, вот, смотрите, ребят, в упор к этому. И нажимаем, ребят, очень быстро, и таким образом у вас может, ребят, получиться, вот, ребят, получиться вот такой, ребят, баг. Вот таким образом мы, ребят, перелезаем вот таким образом, ребят, мы перелезаем, ребят, за текстуры. И все, ребят, смотрите, ребят, мы за текстурами. Мы можем видеть все везде, просто тупо. Мы даже можем попасть в эту комнату через шкафчик. Нам нужно разбежаться. Смотрите, ребят, мы видим там лаборатории, Вот здесь вот свиноферма, ребят, вот смотрите. Вот какой, ребят, крутой бах. Смотрите, ребят, мы даже свинью видим. Вот давайте, ребят, обойдем из дома. Вот здесь же этот дом. Домик. Вот, кстати, ребят, помните, ребят, когда, ребят, еще год назад добавили профессора и свинку. То есть дочь мистера Мита, которая превратилась в свинку. Вот это доктор, который ее вылечит. Мистер Мит не замечает его здесь, когда... Не, мистер Мит может отсюда выйти и вот отсюда, откуда мы приехали. Смотрите, ребят, как прикольно, ребят, гулять по этой, ребят, крутой. Кстати, ребят, мы можем даже, ребят, залезть на машину. Смотрите, ребят. Все, ребят, мы на машине. Вот, мы можем даже посмотреть надпись «Мистер Мит». И фотку той девочки, которая пропала. Все, ребят. Вот такой, ребят, у нас крутой баг. Мы можем, ребят, все просто, ребят, здесь сделать и не бояться даже мистера Мита. Только нужно ту дверь на открывать, желательно. Короче, ребят, кому понравился новый баг, хотите по кое-каким другим играм баги, чтоб я находил, ставьте лайки и подпишитесь на канал с колокольчиком, чтобы не пропускать мои видео. Всем удачи и всем пока-пока.